откуда расположен произвольный отрезок. Докажите, что его длина меньше, чем диаметр круга. Но это совсем простая задача. Просто в качестве контроля. Вы вообще понимаете, или сейчас хоть что-нибудь? Повторяю. Есть круг, там расположен произвольный отрезок. Отрезок АВ. Докажите, что его длина меньше, чем диаметр круга. Да, пожалуйста. Диаметр — это самая большая длина. Это замечательно. Почему? Как это строго доказать? То есть вы правду говорите. Диаметр действительно самый длинный отрезок. Как это доказать строго? Сегодня на самом деле один раз уже я говорил. Да. Проходит через центр. Почему самый длинный проходит через центр? Да. Какую точку отметить? Ну, точку не лежащую. По неравенству треугольника. Вот картинка тоже есть. Вот формула. А вот это два равенства. Да. У нас получается, что два получается треугольник. Да. Правда, у вас на картинке точки А и Б лежат на окружности. А вообще-то в нашей задаче есть центр, точка О, и какие-то два отрезка. Отрезок ОА и отрезок ОБ. Они могут быть одной, они могут быть разными. Как в этом случае тоже применить неравенство треугольника? Какие слова, да? ОА плюс ОБ меньше, чем АВ. Конечно. Точка лежит внутри окружности. Это значит вот такое неравенство. Внутри или на границе, это значит так. Точка B лежит внутри, это значит меньше F. А если разрешено еще и на границе, то меньше или равно. Ну и соответственно, когда вы сложите, получается, что сумма длин отрезков OA и OB не больше 2F. Причем равенство возможно только в случае, если они лежат на окружности, и треугольник вырождается, чтобы было именно строгое равенство. Хорошо, вспомнили.